Да, дорогие друзья, сегодня будет обзор на вот эту вот машинку. Я всех приветствую, всем здравствуйте, дамы и господа и гости моего канала. С вами, как всегда, Айрон. И в сегодняшнем ролике мы будем продолжать нашу рубрику «Тащи все машины в Кардишип Тайкон». И сегодня у нас на обзоре Хэнди 2000-х годов, наверное. Скорость у него 197, управляемость 6,6, привод РВД, награда 52 доллара, цензуре 2372. Стоит он уже 40 тысяч. Угу. Сейчас посмотрим, на что она способна. Эта тачка. Мне очень интересно, как она себя покажет. И мы, конечно же, поедем... куда-нибудь туда. Поедем на драгоночку, как всегда, по стариночке. Драгонка. О, зашибись, круто. Драгоночка есть. Поехали. Приезжаем за 15 секунд и 16 миллисекунд. Скорость у него была 107 км в час, почти 108. Так, включаем тень, конечно же, и идем на хайвей гонку. Автострада. Отлично, поехали. Полетели. Ух ты. А у нас тут это... Максимушка звонит. Пу-пу-пум-пу-пум. Алло, о, алло. Привет. Ты в ролике. Привет. Ура, и пушки. Да, ты в ролике, да. Сейчас тогда музычку выключим. Как у вас дела, Катайн? Нормально. Нормально, да нормально. Сейчас у меня это обзор на дебильную тачку, если так можно сказать. Она реально фигово выглядит, я не знаю, кто ее покупает. Чё? Каждая тачка с собой хорошо. Ну, по внешке мне вообще не нравится. Согласен. Потом поможешь снять меня несколько роликов. Могу. А ты сейчас снимаешь видео? Да, 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 снимаю. Сейчас мы проедем, ребят. И за минуту, примерно 30 секунд, наверное. А я тебя вижу. Да ладно. I see you. Да вот, значит, ты так долго едешь. 1 минута 35 секунд. Угу. Я не знаю, зачем я второй круг взял. Нечаянно. Не выбрал, так сказать, круг. Угу.
знаешь, настолько актив поднялся, то что какая-то новый заработок у меня набрал уже 1500. Вау. Эй, смотри на диске, ничего не. Военкомат за Айрона пришел. Только рано как-то. Стой. Подожди. Поехали наверх. Ой. Ты быканул. Ладно. Обожаю так делать. Поднимусь и крезать. Поехали на гору, Максим. Хоть ты пришел. Как рулить? Я забыла, Рил, как рулить. Какой огончик. Солнце, Монако. Недавно смотрел людей в этом Фогизе. У них же есть группа в Дискорде официальная. Там, короче, такие идеи крутые предлагают. Для тач. Блин. Да, я завидел. Прикольно. Не потерял. Я там Чирок, знаешь? Да, Чирок с 1996 года. Чироки. Гранд Чироки? Гранд Чироки, да. На нем было 30... Не, уже даже 50 уже на нем лайков. Но они почему-то не добавили в этот. Ну, типа, одобренные. Типа, не одобренные и могут быть. Я думаю, четвертый этот искание, как его, амбара будет, думаю, мы будем тачку Джон Кобра это искать, ну, Кобра называется тачка, она такая старенькая, прикольная, я думаю, она... Это Порше вот этот. А? Как Порше, помнишь тот старый? Угу. Ну, и я думал, вот эту тачку, возможно, какую-то лимитку добавят. Надеюсь, уже завтра новая дома выйдет. Надеюсь. Я видел этот, что тачка первая, которую... Ну, первая тачка, которую мы будем собирать, это будет Кобра. Потому что не Кобра. И еще какую-то лимитку добавят со салоном. Да. Короче, добавили ту тачку, которую мы будем собирать в салон, и лимитка тоже будет со салоном. Теперь живите с этим. Теперь вы будете ждать, как мы обновим. Не знаю, я чё старую тачку себе какую-то. То вообще новую, там, знаешь, бламбы всякие такие. Да-да. У меня все лимитки новые. Ламборгини SS2, Mercedes DLK RTR. Ну как, они такие, знаешь, 80-х. Понял. Мы проезжаем за 59 секунд и 1 миллисекунда. Интересно, так. Интересно. А внедорожный или ты чё? Не ездишь под внедорожник. Чё? Ты что, не внедорожник? Шап видео. Айрон ехал на своем... на своей машине и 99 километров в час и врезался в столб. Куда несёт ми? Ну, по факту. Врезался в дерево. Куда несёт мир? Куда? Ты не будет. Куда несёт дым? Мне нравятся эти тачки. Тачка, знаешь почему? Почему? Айрон. Почему? Подайте, догони. Сейчас покажу. Тут есть внизу дополнительные фары. Вау, какая крутая машина. Да. У тебя нет такого, видишь? Помню, лимитка была. Если она у тебя есть, новогодняя такая. Это, походу, это Новый год был. Короче, Доминика Туро это. Маша, есть он? Ну, за миллион, ну, на Новый год. А у тебя есть? Нет, просто я ищу людей, у которых есть. Если у вас есть... Ты в прошлом году был, а не в этом. А, позапрошлом? Я призываю всех людей, у кого есть все точки, встретиться со мной. Давайте дам победу. Едь. Сейчас попробую.
Ложка. Как рулить? Давай, 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 гони, ну гони, давай. Так ты догнал бы, я думаю, уже. Типа, типа, о. А. Окей. Хэштег Айрон умеет рулить. Хэштег Айрон, иди в автошколу. Или учись съездить, не знаю. Рейсинг. Ну, типа, знаешь, что это? Джин мастерский. Да. Ой. Боже. Ты вообще водил от бога. Как рулить? 53 секунды. Как рулить? Ну, могу сказать, тачка фиговая. Реально. По внешке я ставлю ей 3. По скорости, управляемости, все же такое себе. Короче, в общем, тачка на троечку. Я считаю. Лучше уже... Выходит, знаешь, на сколько? Лучше вот эту вот тачку купить, Мазду, или больше вот этот Ниссанчик. Чё? Она не стоит 40. И стана. Да-да-да. Ладно, всем спасибо за просмотр. Вот такой у нас получился видеоролик. Надеюсь, вам понравился. Со мной сегодня был Военкомат и Айрон. И всем удачи, и всем пока-пока.